Впрочем, весна — это не только цветы и ручьи. К последствиям весеннего подтопления уже готовят Любинский проспект. На тротуарах выложили мешки с песком. Чиновники предполагают, что талая вода с газонов и ближайших скверов будет скапливаться в подземном пешеходном переходе. Отмечу, что во время реконструкции этой части улицы Ленина была полностью переделана система ливневой канализации. Представители застройщика компании «Идеалстрой» уверяли, после ремонта подтапливать Любинский проспект не будет. В мэрии заверили, ливневку прочистили, а мешки просто подстраховка. Традиционный метод предотвращения попадания воды в подземный переход. Вот поэтому ничего здесь такого нет. Конечно, граждан определенные создаются какие-то неудобства при передвижении, но это и есть именно та мера, которая предупредит.